А пока продолжаем отдавать должное тем, кто идет навстречу покупателю и восстанавливает свою репутацию. В этот раз речь пойдет об истории с ржавым казаном. Напомню, что 2 недели назад мы рассказывали о том, как житель Саратова Нина Шарыгалова купила чугунный казан и после первой готовки обнаружил на стенках подозрительные ржавые пятна. Несмотря на уверение продавцов, что для чугунной посуды это нормально и она просто требует грамотного ухода, женщина хотела вернуть покупку и забрать деньги 1200 рублей. Через несколько дней после того, как наша съемочная группа побывала в магазине, Нине Шарыгаловой вернули деньги и не только за чугун, но и возместили затраты на юриста. Телеканал РЕН-ТВ Саратов решил поощрить руководство магазина посуды ИП Михайлина. Ему и достается очередной диплом рубрики «Контроль качества». Приятно. Я говорю, сейчас на видное место куда-нибудь мы его приделаем, чтобы видели все. Спасибо вам большое. Мы очень, как говорится, прям вы шокировали нас, что в тот раз, что в этот раз.